Всем привет! Наконец-то раскрылся мой первый цветочек у мамочки, которая без точки роста, с двумя детками. И цветет эта детка. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот это детка зацвела. Очень интересный. Для меня это был цвет-сюрприз. Я вообще думала, что орхидейка погибнет. Вообще не ожидала, что орхидейка даст двух деток. И тем более, что детки через месяца 4-5 зацветут. Поэтому очень-очень приятный сюрприз. Очень интересная. Немножечко пахнет, пока запах не раскрылся до конца, я думаю. Она только сегодня распустилась. Восковичок. Очень интересная. Мамочка себя тоже очень хорошо чувствует. Детки тоже замечательно. Вон сколько у них корешков. Я решила, пусть растут все вместе. Я говорила уже, как только станет им тесно, я просто пересажу их в горшок побольше. Вот такая у меня радость.